готовимся к первому выезду в Сызрань в этот раз. Я вот даже зимний костюмчик уже одел, потому что сегодня уже будет уверенный минус вечером. А мы хотим ночью еще и половить чуть-чуть. Потому что на самом деле ночью есть шанс впороть хорошего судачка. А может и нет. Знатная. Кирилл даже чуть морскую болезнь не схватил, глядя в монитор на волне. Говорит, что доставляет удовольствие отдельная эта тема, рассматривание монитора на волне. Не знаю, у меня пока нормально все. Ты за рулем, поэт. Ну да, я за рулем. Я держусь за руль. Теперь ты ищешь безрыбное место? Да. Давай. Смотри. О. Ну вот это вот как раз я и цеплял немножко в прошлый раз. Видишь, папа сразу зашел и правильную коряшку нашел. Именно правильно. В точке, где мы о чем поговорим. Потому что папа может. А, нет, это ночной. Жар. Ач! Ну я ее специально спустил. Ну во, ну наконец-то. Хоть чего-то нашли. Поймали. Одну первую. Ну вообще с клювом задница. Вот поставил 38 грамм. Глубина 16 метров. По щуке вроде как время вышло, решили пробовать судака, который здесь два дня уже не клюет. По крайней мере, как мы здесь присутствуем, никто не ловит. Вот кого-то поймал, не знаю, бершик, судачок, поклевочка? Да. Это лучше вечер. Мы просто нашли очень хорошее место, правильный козырек. А вот из этого правильного козырька вот перемели уже поклевочку. А у меня даже какая-то рыбка маленькая. А? О, совсем стеклянный. Прозрачный. Во. Стеклярус. Ну это хотя бы уже что-то. И у Саньки поклевка была. Так, поднимал я аккуратно. Колоть не надо. Ничего не вылетело. Поэтому домой, к мамке. Колоть еще. Черный ритм вейв 4.8 творит чудеса. Лучшая приманка для Сызрани. Ты, видимо, берешь из-за того этого. Помнишь козырек такой? Да, да. Поперечный. Да. Фу, какой стеклянный. Ну, мелкий судачок, мелкий. Зато жадненько взял, по самое-самое. О, 4,8 дюйма. Глубина 16 метров. Вот такие мелкие ушлепки клюют. Ночь. Темные приманки рулят. Красавчик. Как
Короче, два дня плохого клева. Позавчера вообще ноль, несколько поклевочек. Вчера было сколько у нас? 4 хвостика, несколько сходов, несколько поклевок. Вот. Сегодня ударил морозец, с утра минус 7. Поэтому прям вот у нас надежда на то, что сегодня должно клевать. Обычно по первым заморозкам всегда рыба активизируется. Вот. Забили примерный план постановок. Проходим сегодня примерно 7, 8, 9 точек, как успеем, по клеву в зависимости. Таких самых. Что поймаем, никто не знает. Вот, но это Сызрань. Рыбы здесь есть. Ее здесь, в принципе, немало. Вот. Поэтому очень-очень сильно надеемся. Вот, вчера ребята отличились, поймали на судаковой точке даже на девятку судака. Фу, судака, щуку. Вот, с 12 метров, как ни парадоксально. Вот, поэтому мы сегодня, конечно, не пойдем. Это больше вот такая случайность. Вот, ловить будем щуку все-таки помельче. Но обрати внимание на верхние как бы свалы судаковых точек. Может быть, там тоже что-то будет. В общем, мы пошли. Время сейчас по местному времени 10:20, самое то. Первая точка у нас будет через 10 минут. Вот. И прям работаем в точке быстро, там 10-15 забросов в точку уходит сразу. Потому что долго рассиживаться смысла нет. Если она сегодня будет клевать, то мы это сразу узнаем. А если нет, ну значит пойдем туда, где вчера ловили, были сходы. И там что-нибудь поймаем, надеемся. Все, мы пошли. Пока нет. Пытаемся разобраться, на каком уровне стоит рыба и активна ли она сегодня. Щучка. Ну вот. Щучья тропа оправдывает свое имя. Правда, блин, что-то маленькое. Здесь обычно ловится что-то покрупнее. В сачок-то, нет? Ну, давай в сачок. Что-то нет. Шнурок. Шнурок. На падение, кстати. Да, я надеялся, будет что-то посерьезней. Они вот такой вот мелочь. О, хорошо. Подсадочка у нас рассчитан на хорошую рыбу. Хорошую рыбу мы здесь что-то пока не видели. Давай, все, иди. Опа. Эх, сколько лодок-то повылезало. На судака, что ли, встали? Прям так кучненько. Есть. Что-то нормально. Вроде бы как. Башкой мотает как. Эх. Я знал, что пасачик пригодится. Мы же один утопили его. Хороший судак, значит. Хороший. Очень хороший. Нет, щука. Щука. Ну, хорош, щучка. Уже поприличнее, чем у меня. Давай, 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 давай. За воды. За воды. Опа. Ну что, кило 4 точно есть? Ну да, четверочка. Вот. Позитивная щучка. Взяла метров, наверное, с 8-9 на свале. После какого-то препятствия. Из трубы. Ну, наверное, да. Приманочка довольно глубоко засела. Хватнула жадненько. О, она даже отскочила уже. 8,5 сантиметров стрим. И вчера работал. Ну, поклевки были. А сегодня вот такая приятная девочка.
Пятерочка. 5200 почти. Ну, минус ли гриб, короче, 5. Ну да. Пятерочка. Смотрите, какая бодрая. Какая пестрая красавица. Вообще яркая, сочная. А, одно удовольствие таких ловить. Ну, вот у меня тоже что-то села, жаба. Ну, такая уже нормальная. Вот это уже зачет. Не могу. Вот. Тихо. Ритм Вейв, как всегда. 4,8 черный. Лучшая приманка для Сызрани. Прям в траву чуть промахнулся. Тут свальчик очень интересный. Здесь бывает хорошая рыба. Но не всегда. Я здесь палит очень хороший судаков палит. Соседи кого-то хорошего берут. Прямо чувствуется прям хорошего. Ну, дай бог каждому. Не хорошего. Да, на, там на, прям. На. Оп. Но. Что, как бабочку? Не смог, как бабочку. Не смог. Я знаю, как я назову приманку. Так. Аниматор КГ. Это не серьезно. Сейчас папа впорит. Как папа может здесь не впороть щучку? Ну и наконец-то к нам присоединился Сергей Карпов, человек, который нас сюда зазвал. Вот. Последний вечер мы здесь, с утра щучку половили, вот приехали, а он тут судака дерет. Ну, собственно говоря, у нас пока только одна поклевка. Ловим дальше. Сережа! Привет, друзья! Вот она вот здесь стоит. Она и дальше стоит. Я сейчас через даже не видел. А я видел. Она плавится. Да она не плавится, она по дну цепляешь ее. Гуща, давай. А сачок что будет? Сачок? Его еще разложить надо. А зачем тебе сачок? Действительно. Сачок. А зачем мне сачок? Да, закинешь. А, хорош, килушка так. Какой килушка? Полторашник. Полторашечка. Да. Ну, вдарил как настоящий. Да, отлично.
наша поездка в Сызрань завершилась. Скажем так, два полных дня, один день чуть-чуть. Вот. С клевым швах. Конечно, поймали, но поймали на самом деле меньше, чем хотело, и меньше, чем хотели. Сань, ну что ты как? Да я-то поймал пятерочку. Вот, он даже пятерочку поймал. Он, да, вот хотелось, конечно, судачка хорошего. Но не все хотелки и не всегда удовлетворяются. Вот, собственно говоря, чего? Приехали мы рановато, это уже понятно. Вода еще теплая, целых 9-10 градусов. Вот, но в любом случае, это очередной опыт в копилку. Вот Сашка посмотрел, как работает его поролог в других местах, и там ни на Чебоксарке, ни на Оке. Ну да, вот. Сделал выводы. Я посмотрел, как бы вот в это время, где и что можно понять как бы по рыбе и поймать. Тоже, в принципе, плюс для меня. Ну, а так что? Ну да, в целом поездка получилась нормально. Не рыбная, но поучительная. Нормально. Более того, это же заключительный наш этап. До этого мы были на Чебоксарке, до этого мы были под Вольском. Вот. Клевал более-менее только Чебоксарки, потом его выключили. Поэтому там две остальных поездки, рыбы немного. Рыбу приходилось вымучивать, искать. Ну и как бы это тоже не только минус, это еще и плюс, потому что опять дополнительный опыт тогда, когда надо будет поймать, а она не хочет. Ладно, на этом все. Мы поехали. Уже хочется домой. Завтра, надеюсь, буду в Москве дома. Все, всем пока. Пока.